Наконец-таки! Мы так долго в кинотеатре не были, капец! Здравствуйте! Здравствуйте! Билетики! Вот мой билетик! Ага! Ваш билетик! Ну, доставай! Блин, забыл походу! Что? Забыл! Как забыл? Молодые люди, вы либо проходите, либо не мешайте! Тут сейчас такая очередь соберется, как на открытии первого Макдональдса! Ну, билетик! Проверь по кармашкам! Да нету нигде! Ну, простите, ну я реально покупал, ну пропустите! Ну, забыл! Да я поговорю! Ну, смотрите, мы реально потратили деньги, вместе покупали! Ну, просто балбес, забывчивый, забыл! Пропустите, пожалуйста! Нет билета, нет фильма! Ты хочешь, ты проходи! Ты не пройдешь! Ну, пожалуйста! Что значит пожалуйста? Ну, он купил, честно, деньги потратил! Я уже один раз пропустил! Хватит, все! А это, мы вечером принесем, после фильма! Еще, может, завтра, через неделю, когда? Все! Ты либо проходишь, либо нет! Я друзей не бросаю, даже таких, как он! Все, давайте, премьера все-таки! Вот молодежь пошла, память как у рыбки! Я вот, например, никогда ничего не забываю! Я даже дни рождения всех своих одноклассников до сих пор помню! Так, я не понял, а ваш билет где? Че эта кнопка подписки до сих пор красная? Вы что, не знаете, что ее надо нажать, чтобы она стала серой? Или вы думали, что на ютубе билеты не нужны? Нужны, конечно! Я вообще добиваюсь, чтобы все ролики, как в кинотеатре, показывались по билетам! То есть посмотреть их можно только, если кнопочка серая! Если бы вы фильмы бесплатно смотрели, вы что думаете, их бы кто-нибудь снимал? Поэтому активируйте свой билетик и жмите на красную кнопку подписаться уже сейчас! Я бы вообще бы, кто без подписки смотрит ролики, штрафовал бы! Этот ютуб какой-то парень неконкретный! Пускай берет пример с меня, я вот всех контролирую! Подписывайтесь! А вы не... давайте, проходите, не задерживайтесь! И всем привет! Меня зовут Влада4, Кобяков! И билетер этот! Ну что за человек? Не мог что ли войти в положение? Такой же принципиальный! Не дал нам войти! Ну а мы войдем! Это принцип! Сегодня весь день будем ходить только по одному билету! Поэтому сегодня мы вам покажем 15 способов пронести друга в кинотеатр! Что за день? Ну, Кобяк! Ну, капец! Чипсы ты не забыл взять, а билет забыл! Слушай, Влад, ну когда ты уже привыкнешь к тому, что у меня вкусняшки всегда с собой? В любое время, в любом месте! Понимаешь, в любой ситуации! И было бы классно, если были такие пачки, которые никогда бы не заканчивались. Прикинь, сидишь и ешь чипсы бесконечно. Слушай, погоди. А если мы возьмем и запихнем тебе в пачку чипсов, а? И пронесем в кинотеатр, и он не заметит. Ты что, совсем бобо? Я как в эту пачку влезу? Кобяков, ты меня недооцениваешь. Дай мне 5 минут, я сейчас все организую. А? Вот. Зацени, как тебе размерчик? Офигеть. Тихо. Это что? Держи себя в руках. Подожди, посмотри, здесь есть один моментик. Блин, и те чипсы выкинула, здесь нету. Ну ничего, Кобяк, давай, залезай. Будешь проходить, как моя пачка чипсов. Ну ладно, давай, поднимай.